Думаете, я просто так сделал Оливию персонажем, который все время жрет? Думаю, кто-то должен сделать нарезку фрагментов из всех скетчей, где Оливия что-то ест. На сколько бы это минут получилось? Или часов? Мы все умрем! Ботаны Оливия даже не знали, что Оливия умные эти. О боже, Мария! Тут такое дело, меня отец попросил и... А я говорила, что это все печенье с чаем по ночам и сидящий образ жизни. Признавайтесь, кто из вас? А ну-ка. Ботан, дошек будешь? Ну что ж, вот мы и пришли в кафе. Это такое элитное кафе. Тут очень интересный домашний стиль. Интересная обстановка. Вот. Ну что ж, давайте покушаем. О боже, иди в другом месте снимай. Я телек хочу посмотреть. О, Брайан, и ты здесь? Какая встреча? Ты тоже пришел в это кафе? Так, Оливия, знаешь что? Что? Я, пожалуй, сейчас свою камеру обратно заберу. И вот это... Не трогай, кровокей! Нет! Ах, точно! Я и забыла, что у меня настолько нет денег, что я решила представить, что камни это чипсы, и именно эсцеп. Мне так хорошо с тобой. Ты классная. Че, правда, что я? Ну круто, че? Идем в кино уже посмотрим это. Надоело мне тут. Ну давай. Оливия! Что? Ты серьезно? Да что? Я вообще-то пиццу заказывала, пока ты со своей камерой не приперся. Отвали в рот! Это живой огурец. Вот он. А ну, его ну, нужно ты, смочить а? Слюной. А? Что? Кажется, пророчество сбывается. От чипса все-таки толстеют. Я толстая прямо как личный дневник Брайана. Тупые чипсы. Я иду. Я жру. Я выгуливаю. Срочно зарядиться. Ох, надо бы посмотреть с фигурой, все ли там в порядке. Тонкая, как спичка. Тогда давайте посмотрим, насколько быстро вы убираетесь. Ау.
крекер. Стоп. Папа. Как это замило. Рэп-клип? Да, я тоже так думаю. И да, это не хлопья, а кошачий корм.